3 апреля в Даугавпилсе открылись два центра массовой вакцинации. Один в спортзале Дворца культуры, а второй в школьном спортзале по улице Парадес 7. За 5 дней вакцину от COVID-19 в них получили порядка 500 даугавпилчан. Возможность провакцинироваться использовали представители разных приоритетных групп. Люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники медицинских учреждений и учреждений социальной опеки, а также те, кто на дому ухаживает за тяжело больным человеком или проживает в одном домохозяйстве с детьми с определенными хроническими или иммуносупрессивными заболеваниями. Для одних главной мотивацией послужило желание защититься от инфекции и тяжкого протекания заболевания, для других – забота о безопасности близких. Это чтобы быстрее закончилось все эти ограничения и жизнь, которая сильно отличается от той, которой мы раньше жили. Мне родители тоже пожилые, я за них боюсь, я хочу контактировать с людьми, я хочу делать это безопасно не только для себя, но и для всего общества. И, в принципе, идя сюда, я, конечно, так как я работал в фармационной медицинской сфере косвенно, я осознаю те риски, которые мне могут быть. Но эти риски настолько малы, они несовместимы с теми рисками, которые происходят, если ты заболел ковидом уже. И этот весь груз, который ты накладываешь на латвийское вообще здравоохранение. С 8 апреля центры массовой вакцинации на время прекратят прием жителей, но возобновят его, как только возникнет такая необходимость. Тем временем вакцинироваться по-прежнему можно будет у семейных врачей и в кабинетах вакцинации медучреждений. Подавать заявку на прививку от COVID-19 могут не только представители приоритетных на данный момент категорий населения, но и все остальные жители. Это можно сделать разными способами: заполнив бланк на портале manovaccina.lv, позвонив по телефону 8989, либо обратившись к семейному врачу или в один из центров массовой вакцинации, которые продолжают принимать заявки. Реагируя на актуальную ситуацию в стране, список приоритетных категорий вакцинируемых дополняется. Одна из основных задач на данный момент – как можно скорее вернуться к нормальному процессу обучения. Поэтому была найдена возможность провакцинировать в приоритетном порядке также сотрудников учебных учреждений. Многие из них уже подали заявку на портале manovaccina.lv, а некоторые успели привиться, так как входят в одну из приоритетных групп. Вакцинация проходит исключительно на добровольной основе. С 12 апреля в индивидуальном порядке планируется начать прививать сотрудников дошкольных и специальных учебных учреждений, педагогов 1-6 классов, а также технических работников школ и детских садов, находящихся в непосредственном контакте с детьми. Коллективное вакцинирование, предположительно, начнется с 19 апреля. В зависимости от количества заявок, процесс могут организовать как в центрах массовой вакцинации, так и на выезде непосредственно в учебных учреждениях. С 3 мая планируют приступить к вакцинации всех остальных педагогов, выразивших такое желание. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.